Приветствую всех на своем канале. И снова у нас с вами простая, но очень вкусная выпечка на кефире. И сделаем мы с вами супер нежный, пушистый пирог, пропитанный интересной вкусной пропиткой и покрытый сверху белым ганашем. Оттенок ванили, сливочный вкус сгущенного молока, аромат специй коньяка сделают вкус этого пирога ну просто бесподобным. И поэтому такой пирог запросто может заменить торт. Что нам потребуется для приготовления теста на бисквит, вы сейчас видите на экране. Вместо кефира можно брать любой кисломолочный продукт, а сливочное масло заменить маргарином. В чашу, где будем делать тесто, вбиваем яйцо, вливаем теплый кефир, добавляем соль, сахар, растопленное сливочное масло и перемешиваем. Теперь добавляем соду. Если она плохо гасится, то прям в тесто добавляем 1 чайную ложку уксуса и перемешиваем, чтобы сода загасилась, а кефир начал пушиться. Теперь высыпаем просеянную муку и ванилин. Окончательно замешиваем тесто. Тесто должно получиться как на густые оладьи. Берем противень, он у меня размером 21 на 26 сантиметров. Выстилаем его бумагой для выпечки с антипригарным покрытием или же смазываем бумагу растительным маслом. Выкладываем тесто в форму и разравниваем. Ставим форму с бисквитом в духовку, разогретую до 180 градусов, выпекаться где-то в течение 25 минут. Я включаю оба тена и конвекцию. Бисквит хорошо поднимается и делается золотистый сверху. Его готовность можно проверить зубочисткой. Пока бисквит выпекался, я сделала пропитку, так как пропитывать мы бисквит будем в горячем виде. Для пропитки смешиваем 1 треть стакана кипятка, сгущенное молоко и столовую ложку коньяка. Градусов алкоголя от 1 столовой ложки коньяка вы не почувствуете, но легкий оттенок его аромата присутствовать будет. С готового горячего бисквита убираем бумагу для выпечки и сразу же пропитываем его пропиткой. Но проще пропитывать низ бисквита, а не глянцевый верх, как это делала я. Теперь дадим бисквиту, а сами займемся ганашем. Для ганаша я подогрела 100 грамм сливок и растопила в них 1 плитку белого шоколада. Сливки должны быть жирностью не менее 33%, а подогревать их можно или на плите, или в микроволновой печи. Дадим полностью остыть этой смеси. Для более сильного охлаждения я убирала ее ненадолго в морозильную камеру. Теперь взбиваем миксером эту смесь, и вы увидите, как она быстро загустеет. И наш ганаш готов. Обрезаем неровные края бисквита и посмотрите, какой пористый, пушистый он получился. Обмазываем пирог сверху и по бокам ганашем. А в качестве небольшого украшения я взяла 1 шоколадную конфетку и потерла ее на терку над пирогом. И вот такой вкусный, нежный, пушистый, немного влажный пирог у нас получился. Оттенок ванили и сливочный вкус сгущенного молока, аромат специй коньяка сделали этот пирог ну просто бесподобным. В общем, как всегда, если вам понравился мой рецепт, жмите пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии под видео, делитесь этим видео в своих социальных сетях. А я желаю вам удачи в делах, хорошего настроения и, конечно же, приятного аппетита. Пока-пока!